Здравствуйте, друзья! Это новости B2B, и сегодня у нас две важных темы. Первая – это переход проекта на новый домен и новый продукт B2B токен. Обо всем мы сегодня разберемся по порядку. Сегодня у нас в гостях Ярослав, это менеджер проекта. Привет, Ярослав. Привет, Илья. Давай начнем с первой темы. Это переход проекта, вернее, сайта нашего проекта на новый домен Global. Расскажи, пожалуйста, с чем это связано? Ну, во-первых, это связано с тем, что мы как проект выходим на мировой масштаб. Не просто на международный, а на мировой. Хочу обозначить, что ничего кардинально на сайте в кабинете не меняется. Если у тебя был значок в телефоне на рабочем столе... У меня был такой. Отлично. Ты можешь просто кликнуть, и тебя автоматически перекинет на твой же кабинет. Единственное, возможно, нужно будет заново ввести пароль. Кстати, это хороший вопрос, который я хотел только что задать, потому что я действительно кликнул на иконку и увидел, что меня сразу перебросило на вот этот новый домен, написало Global, но, к сожалению, пароль свой я действительно забыл, потому что он у меня был создан там из кучи символов, больших букв, маленьких букв, цифр, и он у меня был автосохранен в паролях. А теперь я не могу зайти. Что мне делать? Это вообще не проблема. Обрати внимание, что там есть кнопочка в личном кабинете «Забыли пароль». Для того, чтобы восстановить свой пароль, ты можешь нажать на эту кнопочку, тебе придет код подтверждения, который ты введешь себе. И, соответственно, сделаешь себе новый пароль. Правила пароля ты же помнишь, да? Одна большая буква, английские буквы и минимум одна цифра. И никому его не передавать. Это самое важное правило. Что ж, с этим все понятно. Давай поговорим про B2B токен. Что это вообще такое? Я так понимаю, это что-то связано с криптовалютой. Да, совершенно верно, это связано напрямую с криптовалютой. Это абсолютно новый продукт, который цифровой продукт, который предлагает проект B2B Jewelry, это B2B токен. То есть я так понимаю, что у нас было два продукта раньше, это ювелирные изделия и сертификаты. То есть токен это будет еще один отдельный продукт. Совершенно верно. Отдельный продукт, не имея отношения к ювелирным изделиям, к сертификатам, это совершенно отдельный новый продукт, который мы создали. Вот. И плюс еще одна возможность зарабатывать, потому что да, главный слоган нашего проекта – это «Живите в достатке», и благодаря B2B токену, благодаря этой возможности мы будем продолжать следовать нашему. То есть сертификаты – это все остается в силе, я все так же смогу получать свои реферальные бонусы, отоваривать. Конечно, их. Конечно. Но как после карантина, конечно, правильно? Как только проект возобновит работу после паузы, все старые сертификаты, покупки, реферальные бонусы, все вернется в ту работу, которая работалась до карантина, до паузы. Это совершенно новый отдельный продукт, который не имеет отношения ни к сертификатам, ни к изделиям. Смотри, я не силен в криптовалюте. Я вообще не знаю, что это такое. Вот единственное, что я слышал, это биткоин. Это что-то похожее чем принципом работы. Принцип, если можно так сказать, очень простой. Купи, подожди, продай. Как это будет работать и у нас? Покупаем токен, ждем немножечко или множечко, кто сколько захочет. Он растет в цене, и мы его продаем, соответственно, имеем с этого прибыль. Все это делается в личном кабинете, не нужно никаких сторонних программ, не нужно ничего нигде скачивать, все это делается у нас в личном кабинете. Когда это станет доступным, когда это заработает? В самое-самое ближайшее время. То есть B2B токен – это еще один дополнительный вид заработка и возможность
жить в достатке? Совершенно верно. И более того, я скажу, это абсолютно новый продукт. В чем его и преимущество, да, как когда-то было с биткоином, когда-то он стоил 50 центов, сейчас более 6 тысяч долларов. Точно так же и B2B токен. Он только-только запускается, этот продукт только-только выходит на рынок. То есть сейчас его можно купить по цене ниже, немножечко подождать и продать его в несколько раз дороже, соответственно, хорошо заработать. Теперь я понимаю, почему наш сайт получил расширение Global. Да. Это дает нам возможность... Это дает возможность работать абсолютно со всем миром, не имея вообще никаких ограничений. Потому что цифровая валюта — это всемирная валюта, которая не подвязана ни под что, ни под кого. Я вижу одно преимущество — то, что мы можем прямо сейчас с этим работать, и нас не касается карантин. Совершенно точно. Это можно делать дома, купить в кабинете у себя B2B токен, смотреть график цен и позже его продать. Сколько их будет? Это будет, их можно будет покупать неограниченно? Нет, я не скажу точно, сколько их будет, но скажу одно, что B2B токенов будет ограниченное количество. Их не будет бесконечно. Поэтому, если ты, Илья, хочешь жить в достатке и зарабатывать с B2B токен, тебе нужно быстрее думать и принимать решения. И плюс еще один немаловажный фактор – это продукт нашего любимого B2B Jewelry. А, да. Весомый аргумент. Весомый аргумент. Я заинтересовался. Я хочу купить. Как я смогу это сделать? Оплатить наличными с карты? Спасибо за вопрос. Здесь мы вернемся к тому, помнишь, что мы стали глобал, то есть всемирно, вышли на всемирный уровень, и благодаря этому, помнишь, раньше у нас была ограниченная возможность делать покупки внутри кабинета, мы использовали только Perfect Money. Да. В связи с тем, что мы выходим на мировой уровень, мы, соответственно, подвязываем новые платежные системы, такие как ADV Cash, такие как Payeer. И также немаловажно, наш B2B токен ты также сможешь купить за другие криптовалюты, за тот самый биткоин, за который мы с тобой говорили. То есть для покупки мне нужно срочно зарегистрировать один из этих кошельков? Как минимум один, лучше несколько, чтобы иметь варианты выбора, чем тебе будет удобнее пользоваться. Посоветуй лично мне по секрету, какой из них самый лучший? Я использую ADV Cash. Что ж, спасибо, Ярослав. Я думаю, пока что для меня информации более чем достаточно. Я понял, что у нас будет новый продукт, который будет всемирным. Для этого мне нужно зарегистрировать электронный кошелек, например, ADV Cash, Payeer, Perfect Money. Что ж, тогда ждем старта. Спасибо за твои вопросы и живи в достатке. Что ж, друзья, на этом все. До скорых встреч, следите за нашими новостями и живите в достатке.